Te deduc, Anica e ta. Suča! Шеменинес. Вене эфти хеанин шемеп эркемет. Им шемуэрет эф эхемет, ахайен реджиен па ауэр эн бахатсен. Веджан нечер пен эркемет. Нефертити и Эхнатона больше нет. Я сразил их в Дуате. Ты видел землю мертвых и вернулся? Нет. Это был обман разума. Я шел по полям Иалу, ощущал ветер на коже, но я не был там. И думаю, не буду. Нельзя так думать. Мне не нужно знать, как ты открыл для себя этот путь. Я помогу найти его. Атон. Эхнатон передал его потомкам. Он мог храниться в любой из их гробниц. Я слышала, скоро будут похороны Тихона. Ты нашел что-нибудь в его записях? Он был знатоком гробниц? Нет. Ирсу, что ограбил гробницу Нефертити, сказал, что есть и другие, но... Ну... В чем дело? Он погиб? Солдаты идут. Тебя не должны видеть. Здесь. Жрица, есть вопрос. Мы разыскиваем преступников, которые крадут из гробниц. И вот мы обнаруживаем, что наш главный подозреваемый мертв. Я знаю, что вы не ладили. Так скажи мне, жрица, кто убил Тихона? Тихон. Он разве не из ваших? Товарищ вашего стратега.
Возможно, его подельнику просто надоело делиться добычей из оскверненных гробниц. Его убили кинжалом в спину. Ему многие желали смерти. Как вы найдете убийцу? И лучше не приходи на похороны. Обыщите все. Она что-то скрывает. Как ты? Ели, ва! Тихон нагл. Наверняка он жил в богатой части города. Мне нужно почтить мертвых. Они приходят. Зубастые и ужасные. Ходячие мертвецы. Каратели. Стой! Стоять! Меня не должны здесь заметить. Пока они скорбят, у меня будет время обыскать виллу. Люди стратега уже побывали здесь. Что они упустили?
Стратег приказал своим людям задержать Тихона. Похоже, Тихон и Ирсу были заодно. А, что ж, поищу другой путь. Записи Тихона почему-то не тронули. Сокровища царей. Занятно. А это что? Кто-то еще ищет реликвию. Так, кто же ты, Лотос? Корабль в Свинетте. Туда и отправлюсь дальше. Я должен найти песца. Ведомость подскажет, кому принадлежит корабль. Быстро! Стой на месте! Дорогу! Я дам сигнал! Держите их! Я дам сигнал! Нахты!
Дом заброшен. Куда он делся? Зачем ты здесь? Я ищу песца. Как и Пол Элефантины. Но его уже сутки никто не видел. Я должен его найти. Что ж, ты ведь такой сильный и умелый. Ну, с чего мне знать, где он? Я просто плачу ему жалование. На. Постой, постой. От твоего вида просто сердце разрывается. Сходи к охотникам. Он любит необычное мясо. Понимаешь, о чем я? Нет, совсем нет. Бегемот, дурень! А может быть, он отправился в деревню за бумагой? Спасибо. Нет, тебе спасибо. А найдешь его? Скажи, что он уволен. Брось с дороги! Погоди-ка! Следы борьбы. Я волнуюсь за песца и ведомость. Песец попал в засаду. Но мне нужна ведомость. Видимо, разбойники забрали ее в свой лагерь. Не привлекать внимания. Что происходит? Здесь что-то не так. Здесь.
Сюда! Корабль «Лотос». Он стоит к югу от Абу. Надеюсь, он еще здесь. Похоже, на него уже напали. Осколки реликвий. Ценный груз на месте, значит, им нужны сведения, а не деньги. Они пытали матросов. Ради чего? Много крови. Похоже, тело тащили к краю палубы. Но куда его дели? Сбросили в воду? Какая-то уловка. Здесь шел бой. Но кто-то выбросил труп за борт, чтобы отвлечь внимание. Спасся ли этот кто-то? Эта посуда, весьма изящная.
вся еда пропадет. Этот мерзавец украл у меня коня! Кто забрал твоего коня? Кто-то с корабля? Да. Какой-то рыжеволосый демон. Вынырнул из воды, как выдра, украл Ганимеда и ускакал к контрабандистам. А твоя одежда? В этих местах даже окунуться невозможно. Не нарвавшись на вора или проходимца. И что мне теперь, по-твоему, делать? А, помолись Себику, чтоб вернул тебе одежду. Я уверен, что совесть Лотос чиста. Но что бы они ни делали, никто не рискнет вмешаться. Они торгуют реликвиями Вабу? Все они лжецы и воры. Эти мерзавцы убивают людей. Невинных торговцев. В сутех? Ха, конечно. Едва ли тут есть еще один рыжий вор. Вор? Я не вор, Баек. Да? А как же аукцион? И лошадь рыбака? Ну, если так посмотреть. Ты был на том корабле. Чей он? И почему я такой везучий? Мне что, отвечать за этих осквернителей? Да, с одним из них я в родстве, а другой мне платит. Не тяни сутех. А, да. Вот это была история. Я выполнял важное задание, и тут они. Команда пришла в ужас. Я был спокоен, как вода в тихом пруду. Они пришли за Мерти, звали ее, но она не села на корабль. Что? Та торговка? Они обыскали весь корабль, убивали всех на своем пути. Пока не нашли капитана. Его схватили, хоть он и отбивался. Убивали матросов у него на глазах, пока он не выдал Мерти. Я выжил, другие нет. В воде крокодилы, вокруг меня солдаты. Но я все-таки сбежал. Сбросил один труп в воду, чтобы отвлечь хищников. Я вижу, ты набрался храбрости.
Где Мерти? Думаю, на вилле к западу от Абу, дом синего лотоса. У красивых водопадов. Можно мне с тобой? Я готов к бою. Я найду ее. А ты лучше не лезь. Хорошо, хорошо. Слушай, а как стать контрабандистом? Один друг спрашивал. Я отправлюсь в деревню Проклятой Луны. Преподам пару уроков тамошним контрабандистам. Умерьте гости. Но! Увидят, сразу накинутся. Следы? Ничего. Эй! Хоппи нет! Эй! Тебе конец! Разберем! Я выпотрошу тебя! Нашли? Да, ты! Умри! Ты! Из-за тебя тут столько солдат? В Фивах ты мне солгала. Какой ты наивный. Что могла, то сказала. Если б выдала тайну, была бы уже мертва. Реликвия. Ты знала о ее силе? Нет. Пока в мою лавку не явился ты, требуя вернуть долг. И все еще требую. Вот он. Мы искали, но все было тщетно. Это все лишь миф о порядке, правде и честности. Начертанный на стенах гробницы. После того, что случилось, я сдалась. О чем ты? Бойня. Кто-то убил беднягу, который хотел нам помешать. Я не знаю и знать не хочу, кто это сделал. Но я извлекла из этого выгоду. И мне стыдно. Расскажи все. Когда ты пришел в Фивы, я продолжила поиски, но меня все же опередили. Ты знаешь, у кого реликвия?
Для меня это тайна. Но в этой реликвии заключена сила самих богов. И скоро кто-то найдет способ полностью подчинить эту силу себе. Да защитит нас Амон. Вот итог моих поисков. Я смогла купить свиток, найденный в царском некрополе. Реликвия нужна для давно забытого ритуала, посвященного Маат. Он твой. А я покидаю этот проклятый край. Пожиратель сердец, это за мной! Ha, Ben! Suck up! Sema ha, oe! Harry, me duche! Suchaie! Ha, lecharu! Ha,
Как ты смеешь тревожить предков? Ты оскверняешь гробницы, нашу историю. Аутем их все равно разграбил бы. А так я могу спасти хотя бы что-то. Спасти? Ты способна пожертвовать всем, если понадобятся деньги на ставки. Жрица, прошу, не надо, спокойно. Поверь, правосудие свершится. Это не фараоны. Это наши братья, отцы, матери. И поверь мне, их кара будет суровой. Странная у тебя привычка, Байк. Ждать до последнего. Так ты заодно с расхитителями гробниц? Наша перебранка во время игры не осталась незамеченной. Мне дали выбор. Тюрьма или помощь солдатам в этих гробницах. А, так значит, Мерти говорила о тебе. Ты исследовала ритуал Маат, да? Боги, не так громко. А. Если люди Аутема узнают, что я что-то от них скрываю. Идем со мной. И прошу, постарайся не привлекать к себе внимания. Записи о Маат здесь, внутри царского некрополя. Я еще не успела изучить их все, но там есть рыжие почитатели. Сфера. Стой. Может, речь идет о потомках Рамзеса? А, кстати, о великом фараоне. У меня есть чудесный папирус. А, может, мне стоит увидеть ритуал воочию? Будь осторожен. В гробницах полно людей Аутема. Если ты найдешь сферу, можно будет взглянуть. Артефакт, наследие самих богов. Такое бывает лишь раз в жизни. Раз? Ха. К несчастью, нет. Пусть клинок сразит всех твоих врагов, Байк. Держи его! Держи его!
Как ты? Эй! Тебе не жить! Погоди. Сдохни ты! Сдохни! 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 Ты умрешь! Заставим их визжать от боли, да, брат? Подожди! Ты мне убил! Эй, стой! Эй! Сдохни, парень! Стоять! Ты умрешь! Потомки, о них говорил Тахимет. Кто-то использует сферу. Может, фараон? Или Нефертити? Эхнатона? Но где же лучи? Это связано с ритуалом. Женщина держит над головой реликвию. Жена Атона? Нефертити? Реликвия обладает силой? Или это символ? Наследники Рамзеса выходят вперед. А ритуал? Он посвящен не богине истины, а какому-то другому богу. Корона Амона? Этот ритуал позволит Маат возродиться в нашем мире во имя владыки Фиф. Супруга бога Амона с ним рядом. Реликвия у жрецов. Она лгала мне с самого начала. Исидора навлекла на нас проклятие. Она пыталась оправдаться. Спор Исидоры с Тахимет. Не здесь ли похоронена ее мать?
Смерть оставила подношение, чтобы искупить вину грабителей. Письмо от Исидоры? Мать Исидоры сидит по правую руку от Амона, как жена бога. Грабители убили Нитокрис, когда она пыталась остановить расхищение гробницы. Мать хоронила Исидора. Она получила сферу по наследству. Она поклялась отомстить, но случая не было. До этого момента. Спустя годы Мерти пришла исправить содеянное другими. Истинный источник проклятия. Девушка, потерявшая мать, молила богов о мести.